пришли в буддийский храм. С виду такой ничего, вроде серенький. Вот. А внутрь заходишь, конечно, красотища. Достойные внимания. Картины сзади. Я хочу сначала вокруг обойти, потом зайду внутрь. Красиво как. Класс. Да, такое. Там театральные постановки. Блин, как необычно. Нарисованы разные Будды. Класс. Короли и королевы какие-то здесь. Все поклоняются Будде.
внутри зал с лежащими Буддами, лежащий, сидящий. Подношения. Да, грандиозно. Такого храма мы еще не видели. Да, знатно. Мы выходим из самого здания храма и на территорию. Здесь огромный Будда стоит. Пагода. Леночка, тебе нравится? Вообще красота на нем нужна. Он огромный. Сюда поднимемся. Как мощно. Да, мощно. Здесь вокруг баньяна тоже Будды. Классно? Вообще. Вот даже маленький. Да. Величие поражает. Видели слона. Oh.
Вот такой вот необычный храм. Так, вот мы обходим сбоку этого Будду. И сзади, оказывается, есть подъем. Лестница наверх. Заходим в такое полуподвальное помещение. Вот тут весь процесс от рождения до смерти человека. Как он живет. Дальше тоже картинки всякие. И идем наверх, лестница. Вот несколько этажей. Тоже, да? Так, все разрисовано. На потолках лотосы, как положено. Hello. You're from? Ukraine. Ukraine. No problem. Надеюсь, вот вверх уже. Вот и все, мы наверху. Фу. Вот голова Будды.